Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Горбачева Евгения, я художник акварелист и хочу пригласить вас на свой акварельный марафон, который я записала совместно со школой ArtiLike. Мы нарисуем три сюжета, разберем три различных состояния от раннего вечера до позднего. В первой работе мы нарисуем ранний вечер. Я покажу, как рисовать объемные облака, подсвеченные солнечным розовым светом. На второй работе мы нарисуем закат в городе. В нем мы поговорим о композиции, о построении облаков, о ритме, что немаловажно в любой работе. На третьей работе мы нарисуем поздний вечер на море. Тут мы изобразим перистые облака, серые дымки. Присоединяйтесь и записывайтесь на наш марафон.